На официальной странице политической группы в Сенате от итальянской партии «Вперед Италия» опубликовано заявление члена партии Урани Папетео, осуждающее нарушение Армении положения трехстороннего заявления и поддерживающее Азербайджан. Она отметила, что несколько дней назад останки армянских вооруженных сил пытались совершить провокации в Карабахе. «Очень досадно», – подчеркнула Урани Папетео, – «что Армения нарушила положение трехстороннего заявления, 2 года назад положившего конец карабахскому конфликту». Сенатор также подчеркнула важность вывода остатков вооруженных сил Армении и незаконных армянских формирований с международно признанных территорий Азербайджана. Это заявление было опубликовано ведущими итальянскими информационными агентствами.